До сих пор? Да. Полуторка. Ну, то есть тебя вот еще будет. Крокодил, это парашютная вышка, крокодил у нас называется. Вот этот островочек Свято-Климентовский остров, четвертый папа римский Климент, которым сам Пётр. Ну, короче, отослали сюда в каменоломню за то, что он проповедовал христианство. Тогда религия, в тысячах еще. Ну и, короче, его отправили сюда работать в каменолом. И он здесь опять начал это самое. Из Закор, все. И вот здесь мы стреляем, это море закрыто, все это стреляем. Проклятие. Классы. Мой отец. 35-я батарея, известное место. Значит, молодняк гулял, залез туда под скалу. Перешейку там, это самое двойное колесо. Вот это голубая, вот здесь вот голубая бухта. Причал, настил, причала и катера последние катера подходили, чтобы набрать людей. Вот так они забрали. Там труп ты лежал наш, да? Труп. На 30-й батарее Александера вообще кончились снаряды, не было снарядов. Я когда в парашютно-десантной службе на Бельбеке, аэродром Бельбек, это самое. Фашистские танки шли со стороны Качи. И у них, 30-й батареи, кончились снаряды, но у них точно такая была, что они просто болванками. Там место под скалой. Вот сейчас глина. Упадет танк, танк вырвались, падает. Башню, башню. Когда у них даже уже болванки кончились, а болванки осталось. Фашисты, если передавая это самое, они пушки опускали низко, опускали и просто порохом прошивали 200-300 метров. Как огнемет. Потом, когда сели фашисты уже на пушки, начали автоген пушки разваливать. Александр, говорит, капитан, он уже майора получил, грек Александр. Он сказал, говорит, давайте, ребята, линяйте, все. Из последней группы открыл кингстоны, вода. Да, 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 да
экипаж. Вот здесь стояло орудие, на этом месте. Я уже 100 раз говорил тебе. Или едем в Балаклаву. Суперсекретный. Что дальше? Что ты хочешь? По расстоянию, что дальше? А, дальше Балаклава чуть-чуть. Поехали дальше. Куда дальше, пока время есть. Да, Балаклава. Давайте меня приглашаем.